событийность присутствует в месте весьма определенном. Место это рядом с храмом. И вы должны понять, что это место рядом с ареной «Металлург». То есть мы говорим о спорте, а место отличное. По сути, это бизнес-центр с замечательной гостиницей, рестораном и фитнесом. То есть это бизнес-центр «Форум». А зная человека грамотного, весьма подтянутого, «Форум фитнес» — это «Айс». Немного переведу. Четкая раскачка под умными специалистами и реальное удовольствие от собственного тела. Что еще красиво было бы и ровно? Я стараюсь пить очень много воды. Это жизнь. Именно поэтому мне не все говорят, сколько мне лет в этой жизни. Ну да ладно. Я перестал есть сладкое. Тоже весьма интересное событие. Теперь, конечно, хотелось бы мне сделать немножко по-другому. Как бы вот этот жирочек с боков скинуть. То есть наверняка рано или поздно я все-таки решу этот вопрос. И мне это будет более интересно. Потому что я же хочу выглядеть красиво, качественно и ровно. Вы хотите выглядеть красиво, качественно и ровно? Так, чтобы девушки особенно в 65 лет, и чтобы на вас смотрели, как на 35-летнюю. Я про девушек тоже про это говорю. Делайте, работайте. Это ничего сложного нету. Сумма относительно небольшая. Она вообще небольшая в природе своей. Она может быть еще и дешевле, когда вы назовете мою фамилию. Конечно, все стало по-другому. Нет качалок. В смысле, они как удовольствие развернулись другими принципами. История ведь не стоит на месте. Все четко подобрано. Можно, конечно, использовать становую тягу, а можно не напрягать спину. Тут вариантов много. К слову о том, что даже в холода немыслимые, вы можете и ходить, и бегать, и ездить на велосипеде. Это тема вопроса. А почему? Нравится в форме заниматься. Хорошие тренера, много места для занятий. Персонал очень дружелюбный, вежливый. То есть нравится? Все здесь отлично, мне нравится. Все остальное да легко. Умные солярии. В принципе, грамотный загар есть. К слову, с мозгами. В смысле, вы можете почитать и нормально загореть, без проблем для кожи. К слову, можно и в баньке посидеть, это приятно. И самое удовольствие от обыкновенных человеков. Эти обыкновенные человеки ничем от вас практически не отличаются. Практически, потому что у них здоровье больше. Они красивые и статные, они мне нравятся. Почему? Потому что сумма небольшая работает на перспективу. А это нормальное давление, отсутствие жира. Идеальный вариант. А для чего? Для чего? А вот попробуйте вы, сможете ли так подтягиваться? Вопрос для женщин. Так вот, о чем мы сейчас будем говорить? О том, что вы бы могли бы так же выглядеть. Для этого, в принципе, вы можете зайти в бизнес-центр, форум, форум фитнес. Зайдете с другой стороны, и вы будете выглядеть изумительно. Посмотрите, как здесь люди работают. Вы это тоже можете сделать. Другой вариант, как это сделать подешевле, вариант простой. Скажите, где вы это дело посмотрели? От меня, естественно. И вам сделают некоторую скидку. Скажите, от Челейкина вам будет интересней. Да и мне интересно тоже.